Наша каша хороша. Я умылась, я оделась, вот и каши захотелось. Как приятно в кухне нашей, утром пахнет манной кашей. Варим кашу не спеша, будет каша хороша. С маслицем румяною варим кашу манную. Наша каша хороша для любого малыша. С маслицем румяная наша каша манная. Нам за стол приятно сесть, кашу манную поесть. С маслицем румяную любим кашу манную. Когда я ем, я глух и нем. Это старинное изречение имеет для всех большое значение. Надо понять, болтовня за едой может легко обернуться бедой. Правила поведения во время еды. Чтобы вдруг не подавиться, я не стану торопиться. Я с борщом или окрошкой управляться буду ложкой. А теперь второе блюдо. Есть котлеты, вилкой буду.